Ложка, посмотри, какой ТикТок. Мы что-то такое не делали с тобой. Такой, Ола, Ола, Ола. Да нет, давай другое, это уже все делали. Ты нормальный, нормальный стоп, все, давай. Да нет, уже все делали. Вот уж молодежь, не успеешь отвернуться, а они тут сразу ТикТоками балуются. Да нет, дедушка, мы всякие видосики смотрим про футбол. Дед, ну мы ж не тиктокеры, мы футболисты. Ну да, как сезон-то провели? Дублин чемпионами стали. Между прочим, второй раз, ага. Вот это вы молодцы! Вам бы уже жениться пора, а вы все за дубом бегаете-то. А как там с Малевичи-то сезон провели? На первом. Чего-чего? С конца. Вообще-то, дед, Слуцк 3-0 прибили. А, да, помню, был. Сам видел, даже сахаром угощали. Дедушка Мороз, можно нас больше в аренду не отдавать? Мы будем работать и очень стараться. Пожалуйста. Ну, смотрите, вы же наша молодежь. Болельщики на вас очень надеются. Обещаю, дедушка. Ой, чуть не забыл. Вот вам подарочки. Это, Владик, тебе. Кушай, массу набирай. О, и тебя, Никитка, это тоже касается. Кушай с ложкой, с одной ложки. Кашу кушай и тренера слушай. Ну вот, Никитка, и тебе подарочек. Теперь можешь снимать свои тиктоки. Ой, спасибо, дедушка. Вот. Дедушка, конечно, я буду снимать на такую-то камеру. Вот, но слушайте внимательно. Если вы не выполните свои обещания, то вас ждет мой третий подарочек. Вон там, в углу. Вот это поворот! С наступающим, друзья! И достигайте своих целей!